убьем. Нет, не надо, пожалуйста. Элитный отряд здесь. Кто вы? Кто вы такие? Мы давно следили за этими бандитами и быстрее. Следуй за нами. Ладно. Блин. А! Серьезно. Вы сумасшедшие что ли? Чего так прыгаете? Прыгай. Вниз. Куда? За нами. Что? Что они делают? Ты не слышал ее? Прыгай. Ай, блин. Кто вы такие? Мы военные. Мы проведем тебя в штаб. Да. Ладно. Возьми оружие, поможешь нам. Надеюсь, ладно, ты умеешь стрелять. Ну, я-то умею стрелять, ты мне что, доверяете? Придется доверить, если мы хотим выжить. Ладно. Так. Дорога здесь опасная, надо быть начеку. Сейчас, а как вы меня спасли-то? Вы за мной следили или что? Мы следили за бандитами, которые тебя поймали. Так повезло, что ты был там сейчас. Ну это мне повезло, конечно. Блин, тут трупы везде валяются. Это вы защитили их, когда шли? Да. Неплохо, неплохо. Дорога была трудная, но мы спасли тебя. Охренеть, а что это? А что это за гигантский осьминог? Я так понимаю, это мутант. Это не ставили опыты. Офигеть. Нужно быстрее, что времени мало. Хорошо, погодите, меня просто зомби укусил, я, кажется, или ударил. Я немного такой... Вот, это тебе поможет. О, получше достало, спасибо. Так, давайте быстрее. Все, бежим. Здесь место опасное. А вы мне покажете, где ваш штаб находится? Придется. Ладно, давайте. Блин, долго мы уже идем. Стемнело просто жуть, конечно. Потерпи немножко, мы уже почти на месте. Ой, там должно быть чисто в этом туннеле. Но мне, в общем-то, тут надо отойти. Я надеюсь, вы без меня справитесь. Давайте, хорошо, у меня есть дела. Ладно. Покажете все, да? Да. Да. Давайте. Идем. Блин, там зомби. Ох, ё-моё. Блин. О! Что это? Это какие-то суперсильные зомби. Где они просто... Вот, стой! Съешь это! Это что, это от зомби помогает? Это... Да, это наша секретная разработка. Хорошо. Так, блин, это жесть какая-то. Оу! Нифига себе, чисто, конечно. Ох, ё-моё. Нужно зачистить тоннель. Я это вижу. Так, там их не так уж и много, в принципе. Не подходите близко. Паутина. Офигеть, сколько тут людей. Что? Что происходило в этом городе, я не понимаю. Если это только пришел, так сказать. Что тут было? О, тут было очень жарко. Да, я вижу. Поконкретнее как-то, не? Здесь был первый бой с зараженными. Жесть. Это этот город первым заразился, да? Да. Все началось с него. Именно так... здесь. Говори, именно говори. Здесь вирус впервые появился. Так, ведите меня к дому. Вы точно помните, куда бежать? Конечно. Просто мы уже почти целый день идем. Ужас. А куда ушел ваш этот, не знаю, он главный или кто у вас тут главный? Я здесь главный, но он ушел по делам. Секретом, я так понял, да? Вы мне не расскажете пока. Нужно кое-что сделать. Все, понял, понял. А вы точно помните, куда нужно идти? Конечно, наш штаб неподалеку. Давайте, ведите, а то я в вашем штабе никогда не был. Я вообще недавно был на волоске просто от смерти. Вы меня спасли. Главное то, что ты выжил. Да, кстати, а как вас зовут? Меня Диана. Меня Даниэль, но можно просто Даник. Ладно, меня зовут Марк. Это... Ох, какой дом. Это наша штаб-квартира. Серьезно, такой огромный? Да, мы заняли его прямо под начало атаки зомби. Ладно, давайте я пройду.
Блин, конечно, ходить еще после такой бойни немного тяжеловато. Сейчас. Да. Оп. Здесь нужно высоковато подняться. А что находится за этой штукой? За занавеской? Вы мне не скажете? Нет, 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 нет. Ладно. Тебе это еще знать не надо. Ладно, ладно. Буду подниматься. Сразу и на в армии не служил. 3 года по лестнице поднимаешься. Да, есть такое на самом деле. И не самый. Давай, я покажу тебе твою комнату. Хорошо, давай. А может сначала как-то поговорим, обсудим что-то? Вот, заходи. Сейчас поговорим. Ладно. Так, давайте присядем. О! Присаживайся. Еда есть. Еда есть, я сразу возьму. Вы да, не против? Поесть. Не против, да? Нет, конечно. Хорошо. Так, а кто вы такие все-таки? Что вам нужно? Обычно говорят, что военные такие корыстные, вы всегда все делаете ради чего-то, какую-то пользу ищете. Мы спецотряд, посланный государством, чтобы предотвратить заражение вирусом этого города. У нас ничего не получилось, но зато мы смогли спасти несколько выживших. О, так вы меня спасете? К сожалению, у нас сломался вертолет, и мы не сможем тебя пока что эвакуировать. Чёрт, блин. Пожалуй, схожу за пивом. О, да, то, что надо, давай. Ой, не буду я пиво, принеси мне лучше чая. Чай давно закончился, потому что, ну, гуманитарки уже давно не было. Ладно, пиво тоже сойдёт. Ах, хорошо. Так, погоди. Ты какой стакан будешь, правый или левый? Эй, а, этот хорошо, давай. Я этот выпью. Ух, что-то я перебрал пивка маленько так. Ой, хорошо, конечно. Хороший день был. Не считая того, что попал в плен. Ну, я выбрался, все отлично. Ставлю стаканчик. С утреца могу попить, в принципе. Да. Пока лягу спать. Ой, ох, устал. Проснись и пой. Ай, блин, что такое снова? Нужно зачистить шахту от зомби. Шикарно просто. Слушай, дай я пока мыло чекну, погоди. Так. Что? Ну, почту. Думаешь, в зомби-апокалипсис есть интернет? Да, в принципе, окей. Ну, блин, я думал, да. Ну, блин, он же все-таки идет только 5 дней еще, или сколько? Неделю. Нет, может, все вышки уже сломаны. Ладно, что там говорил, что нужно сделать? Нужно зачистить шахту от зомби. Вон, видишь? Да, да, хорошо. Давай как-то по одному возьмем. Ой. Так, давай. Я возьму левого. Стараюсь убить. Блин. Давай. Я с такого расстояния. С такого расстояния попасть не могу. Давай, помогу, помогу. Давай, помогай сейчас. Да, блин, что с этим? А что ж такое? Какой-то он живучий. Все, все убили. Одновременно, так можно сказать. Так, да, слышишь? Да, да. Все, я свободен, надеюсь. Нет, нет, нет. Что, вот что? В этой шахте тоже есть зомби. Да? Видишь? Откуда они тут сюда пробрались, не понимаю. Я и сам не знаю. Давай по одному возьмем. Только сегодня услышал, как они там. Так, я кричат. Одного уже, давай, теперь ты. Всё, вот, все. Отлично. Отлично. Ой, сейчас все отлично. Хорошо. А Диана, кстати, где? Она все-таки раньше. Диана спит. Спит? Диана спит. Ладно. Да, Диана еще спит. Так, все. Пойдем к Диане. Давай, разбудим ее. Она что спит? О, она уже на кухне. О, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Проголодались? Проголодался, да. Очень. Вот, я здесь суп приготовила. И вот мясо. Ой, класс, вообще. В мусорник положу это, в тарелку. Сразу. Да. Или ты помоешь, или ты помоешь. Давайте, я помою. Из мусорки прям достанешь? Ну ладно, ладно. Хорошо. Ну так что, кстати, чем займемся сегодня-то? Тут неподалеку есть база бандитов, нужно ее зачистить. А, я всегда готов к приключениям. А вы готовы? Конечно. Да. Давай, покажи свою пушку. А, как все на готове. Так, идемте, вы меня, надеюсь, проведете, а то я новенький, вы в курсе? Да, конечно. Давайте, выдвигаемся. По нашей информации, в этом стадионе находится база бандитов. Так, это прям стадион, футбольном... да? Да-да, это футбольный стадион.
И прям в нем находится база бандитов. То есть они взяли просто посреди поля, устроили свою базу? Да-да-да. Интересно. Прям посреди поля у них стоит большой такой домик. Несколько вышек. Ну что, Марк, ты готов? Конечно, да, все. Тогда порвем их. Да, идем, идем. Давай. Заходим, короче, сразу нападаем. Ты чего? Проходи. Так, давайте, введите меня в курс дела. Тихо-тихо-тихо, аккуратно поднимаемся. Потише. Вытяжь шипы. Да, уже готовы к атаке зомби. Так, я посмотрю. Блин, там видишь их? Вижу одного. Проберемся. Нападем с двух фронтов. Вы с этого фронта, слева, а я справа. Хорошо. Давайте, раз, два, три, погнали! Давай. Ах, жесть! Перезагиз нужно! Ух-ух-ух! Ой-ой! Выпизили! Пью-пью-пью-пью-пью! Так, убил на вышке одного! Хорошо, я тоже быстро убью! Все отлично! Убил второго на вышке! Еще один сбитый снизу! Сбитый! Так, погнали, там еще! Еще там! Поехали! Оп-оп-оп-оп! Убил, кажется! О, все! Еще один остался! Давай! Я проберусь к ним на базу. Вот там еще один слева. Где? Покажи. Яна. Вот здесь где-то. Да я его убил уже, я убил всех. А, хорошо. Так, давай к ним на базу зайдем. Сейчас, опа. А что ты тут делаешь? Нет, пожалуйста, не убивайте. Не убивать тебя, говоришь, да? А почему это мы должны тебя не убивать, если ты бандит, который убивает добрых людей? Для пропитания нужно. А, для пропитания, хорошо. Давай, на тебя. Все, в принципе, всех их зачистили. Миссия, наверное, выполнена, да? Как вам я в бою? Неплохо, хороший стрелок из тебя выйдет. А тебе, Диана, как тебе? Понравилось? Да, хорошо стреляешь. Вот. Давайте, теперь что нужно делать теперь? Надо доложить, что мы зачистили вашим этим, не знаю, начальству, правительству. На кого вы работаете? На государство. Понял. Позже доложим вам. Так, хорошо сегодня потрудились. Можно и пивка попить. Да, давай. Вот, держите. Сейчас. Спасибо. О, хорошо. Может, еще музыку включишь? Вон, проигрыватель стоит же. О, с удовольствием. Ох, хорошо сидим, да? Да. Отлично. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. И не забывайте про колокольчик.